It's delicious. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Гусанёк, Заварной кофе, Фриз, Водочка, Профит, Рома, Патлючка, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика, давно мы не записывали, сиреноголовых. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание в городе от сиреноголовых. Погнали. Началось выживание, погнали. Кто первый умрет, тот лох. Давай, Диму. Я не знал, что так быстро будет. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Оно идет ко мне. Оно к тебе идет? Оно мою машину сломало. Ой-ой-ой-ой, это страшно. Я на рельсах застрял, моя машина еще не взорвала. А я сразу сказал, берите высокую, вы меня не слушали. А я вижу, он фигачит. У меня КамАЗ. А что, его взорвать не может, что ли? Да, КамАЗ. Серьезно? Все, что там? Я в домике. Уйдите, уходи. Я в домике. Уходи. Прикольно. Нечестно как-то. О, убил. Он бежит, пацаны, он бежит за нами. Приближается. Нифига себе у него скорость. Это я не ожидал такой скорости. Уйди. Ты меня не тонешь, я в домике. Все, уйди. Нормально он упашет. Меня перевернул. Да ладно, да как он так быстро тачку взорвал-то? Вижу, красная машина. Вижу. Но у него есть инерция. Он как-то так у него еще... Нет! Стоять! Да ну нет! На, есть контакт! Блин, ну прикольно взрывать тачки. Это корешло какой-то лаганый. Че, мы всех взорвали? Нет, я вылез! А че, грузовик не взрывается, что ли? Да. Да я случайно на Е нажал и умер. А уже все, всех перебили. Так быстро? Я последний был. Ну что, ребята, теперь я буду играть за сиреноголового. 3, 2, 1. Я выдвигаюсь на убийство. Во-первых, убью, сразу замочу. Вот Ладно, это скорость. Не, ребята, нет, это без тебя. Шифта. Вот с шифтом. У него нереально быстрая скорость. Так, слышу запах страха. Знаете, как страх воняет? Как он воняет? А я тебе не скажу. Есть, попал. Красиво попал. Смотрите, он по сравнению со мной такая букашка. Ну что, щенок? Прощай. Прощай, говорю. Не сломаешь меня. Ломай меня полностью. Буду ехать, все. А что я тебя не могу взорвать? Это тачка у тебя читерская, я понял. Это багер. Во-во-во, вижу еще одного. Колеса сразу пробились. Меня не убьют. Тебе так кажется. Я бессмертный. У тебя машина уже горит. Ой, молодец, прощай, я тебя сейчас взорву за это. Взялся на машину, поломал вот. Ого, что за искры. Ах ты хулиган. А у него что за машина бронированная такая? Я вообще не понимаю, какого-то сиреноголового конченого взял. Помогай. Не, я тоже не могу, видишь? О, взорвал, молодчик. Так, того челика не могу. Ай, не надо, дядя, пожалуйста. Тут кто-то сидит, да, вижу, Фредди сидит. Нет, я живой. И я живой. Все, ускоряемся. А где вы все же такие? Так, живые? Пацаны. Я спрятался. Слышу опять запах. Неприятно. Слышу запах. А вы никуда не уезжали далеко, не? Не. Вот, вижу. Вот, я прям под собой. Рома ЕТ пошел отсюда. Да блин, а где? А, вижу. А, то сели. Во! Че за голден? Блин, ну вот это ты попался теперь стоять. Кто быстрее, я или он? Смотрите, насколько я быстрее. Ты. Опа, смотрите, машина сразу загорелась. Одним ударом, просто щелк и все. Пощади, стой, не бей. Я не буду тебя щадить, ты меня не щадил. Я тебя даже не убивал толк. Ну блин, я представляю, как ты меня убивал, и меня злость берет. Жалко, нет смысла меня убивать. Все, ты обездвижен, твоя машина все равно сейчас взорвется в ближайшие секунд 20, так что давай. А я убегу отсюда. А ты все равно проиграл, твое транспортное средство обездвижено. Желтый? Нет смысла. Вижу. А это не то. Ну тогда я пока. А что, вы всех убили? Нет, я живой. Нет, Саня живет. Я живой. Нет, я умер уже, ты меня взорвал. А мы с ЛТП остались. Вы вдвоем еще живы? Противник занял очень выгодную позицию. Машина, конечно, у него не очень хорошая, потому что управляется как мочалка какая-то. Я начал перемещаться в пинге. Кофе, я вижу КамАЗ. Пацаны, вот он едет, давайте, мочите его. Ой. Вижу, преследует его сиреноголовый. Подбегает, делает удар мимо два раза.
наносит еще один удар, и этот удар сейчас будет последний. Нет, не взорвал. Ладно. Еще одного красиво. Бывает. Так, домой должен попасть. Это было красивое попадание, молодец. Че, всех убили опять? Ну что, Гусенек, ты готов? Yes. Mm-hmm. Я не готов. Я, ребята, подготовил на этот раунд мега крутую сборочку. Спортивная машина максимальной высокой подвески для того, чтобы перелетать бордюры. Скорость и мощь и проходимость. Гусенек. 3, 2, 1. Я сейчас буду, ребята, очень жестко выживать. Ой, очень. Так я даже не успел. Ладно. Сразу убил. Нормально? Вот это ж ненормально. Это нормально. С той стороны. Он сумасшедший. Так, 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 я вижу, он приближается к пацанам, надо быть очень осторожным, очень. Я текаю, короче, заранее. Да блин, да за что ты такой злой-то со мной? Что я тебе сделал? Ну, Гусенек, ну ты злой. Я еще не у него вообще. А, он уже жалуется. А кто черный? Кто черный? Кого убили? Это Профит. Профит, ты злой. Сам ты злой токсик, короче. Ты, короче, редан. Фу, токсик, фу. Пацаны там рассуждают. Ну все умрут, все. Просто все. Я опять выживу. А знаешь, как ты не выживешь? Блин, там стоит сиреноголовый, но не идет ко мне. Это очень странно. Он лох. Он, иди, короче, к нему. А, Тима, он исчез. Он... Что за бред? Он слепой. Это чё? Профит. Вижу. Профит. Все, нахуй началось. Исчез. Это темная магия. Тима, за меня Профит убежит. Прям это мёдает. Да блин, отвали, морда. Ой, пердю. Чё? Молодец. Давайте, пацаны, ну помогите, я умру! Нет, блин, у меня жизни немного, я что-то в этой серии не умираю. Эй, ты что делаешь? Эй, они меня дамажат, пацаны. Помогите, они меня избивают. Помогите. Извини, каждый сам за себя. А, вот такие, да, вы добрые? Все. Это шаде, братик. Я там бомбу им подложил. Пацаны, я взорвал бомбу в логово ихнем. Зачем? Это было эпически. Чтобы не втыкали. Это две жизни, пацаны. Ой, что-то у меня вторая быстро кончилась. Дима, я тебя догоню. Да блин, ну ты мне машину испоганил сразу. О, я знаю, на чем ты меня не убьешь. О, голяща, нифига себе, сколько ж там жизни ты отнимаешь. Вот, так, ребята, я знаю, что надо сделать. Он танк возьмет, спорим? Я ему леща дал. Кофемешалка стоит. Откуда ты узнал, что я возьму танк? Да, да, ты читаемый, Дима. Какой с читами? Я буду их сейчас наказывать. Справедливость восторжествует. Не надо. Помоги, Дима. Помоги. Буду давить. Жизнь отнимает много, когда танк давит. Ой-ой-ой, чудо больно. Нельзя. Я буду прикрывать своих. Красиво попал. Ну сколько уж у него жизни, что они не отнимаются, что за бред? Ух ты, перепрыгнул. Так, давайте отъедем. Я буду давить тебя, если ты подъедешь, буду просто давить. Так, помогаю своему. Ой, блин, подожди, я случайно по своему попал, ну блин. Еще один танк приехал. Только ты же не толкайся, не толкайся. Мы же за одну команду, ты чего, мужик? Есть попадание, я уже попаданий 5 сделал. Ух, чуть не упал в воду. Кофе, умри смерти, крабок, пожалуйста, умри из машины. Блин, а че мы его убить не можем? Буду давить тогда, как тогда, гусеницами. И пулеметом. Смотрите, этот кофе хочет. Повезло, щенок. Ребята, он уже боится нас. Мы его хорошо задамажили. Так, выдвигаемся до мочилова его. Я реально хочу его замочить. Эй, слышишь, ты... Но, да ладно. Потому что я сам не хочу. Ты в него врезался, че ты его снарядом убил? Да, нет, я его врезался и убил. Вижу. А, вот это хорошо. Ну что? Два на один. Стычка продолжается. Бум. И пулеметами гасим. Всем буду гасить, пацаны. Вам живым отсюда не уйти. Дави, я пока отвлекаю, ты дави. Ай! Хорош, хорош. Нарядом убил. Ждем, ждем, вот он приземляется. Нажми тоже в тебя. Отлично, отлично. Ой, хорош попал прям в ноги. Воду, почти, давайте кидайте ему воду. Не, ну сиреноголовый реально очень мощный. У меня аж дым уже с танка идет. Знаете, сколько он уже вынес у меня жизни, что у меня дымит движок. Ой, там кто-то сидел.
ничего страшного. Я тоже так подумал, там Фредди сидел. Помогите. О, да. Ой, я сейчас в воду упаду. Давай, пошли. Да не, не буду, не буду. Да эти танки лютые просто. Отставишь меня. Есть, я уничтожил. Там еще один сзади. Да, мы его сейчас разложим, так что, щенок, беги. Нормально выносим жизни. Очень по красоте, ребята. Вот это прям, смотрите, эпик. Никто даже ничего сделать не может. Вот и все, вот и все. Еще одного. У меня танк дымит. У меня дымит танк. Покидай танк. Нет, зачем? Лох. Лох, да, ты на меня говоришь? Да, ну все. Ты хорошо подумал? Три, два, один, ноль, пуск. Ой. Активировали все бомбы, которые я закидал. Я слышу, вот это залагало. Да просчитается. Сейчас 5 секундочек и начнет ускоряться игра. Вот о чем я и говорил. Если вам понравилась эта серия, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.